Дорогие психологи, коллеги, студенты психологических вузов и люди, интересующиеся психологией и стремящиеся проживать жизнь наполненно и осмысленно. Приглашаем вас пройти курс, который называется «Логотерапия. Представление о человеке. Теория и примеры практического применения». Данный курс целиком и полностью базируется на подходе Виктора Франкла, основателя Третьей Венской школы психотерапии и логотерапии, на учебном плане Элизабет Лукас, ученицы Франкла, которую он назвал величайшим практиком логотерапии, лекциях профессора Александра Батиани, директора Института Виктора Франкла Вена, и разработках Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа. В этом курсе вы познакомитесь с такими темами и понятиями, как философский фундамент логотерапии, ноопсихический антагонизм, понятие смысла в логотерапии, об обращении с самим собой, профилактика кризиса, человек как существо, принимающее решения, и патологии духа времени. Наша задача также вдохновить вас и на последующее полное изучение логотерапии, перейти к понятиям проживания логотерапии и практическим методам и техникам. Психологи смогут существенно обогатить свой взгляд на природу явлений, происходящих с их пациентами и клиентами, получить представление о сути логотерапевтического подхода. Студенты смогут сделать правильный выбор своей дальнейшей специализации. Многие сложные, кажущиеся неразрешимыми ситуации и обстоятельства станут иначе выглядеть для вас. И несмотря ни на что, вы будете испытывать благоговейный восторг перед жизнью, выражаясь словами Швейцера. Желаем вам вдохновенного обучения и приобретения нового, смыслонаполненного понимания основных концептов логотерапевтического подхода к жизни и психологической практике.